Здравствуйте. Можно? Привет. Здравствуйте. Привет. Поздоровайся. Здравствуйте. Это тебе самый главный. Ой. Самый главный подарок. Спасибо большое. Смотри, какой дом. Смотри, какой дом. Большой. Большой. Вы с папой потом разберете, да? Будете больше играть. Мама. Ты рада? Мама. Да, очень. Мама. Мы хотели бы нашей семье поблагодарить фонд, сказать огромное вам спасибо, подарить вам домового Кузю. Вы же знаете, в России домовой – это символ, который охраняет дом, да, охраняет семью. И нам бы хотелось, чтобы вот этот домовой Кузя охранял ваш фонд, помогал вам, легким вам сборов, адекватных родителей, успехов и процветания. Вот мы с Сашенькой сделали открыточку для вас, склеили. Спасибо огромное. Вам спасибо огромное. Нашего спонсора, который помог закрыть нам сбор, у нас тоже есть тоже открыточка, которую мы с Сашенькой склеили. Вот, писала, правда, я, признаться честно. Но я думаю, что если бы Саша умела говорить, она непременно сказала бы это вам и, наверное, даже все-таки больше бы сказала. Потому что благодаря таким людям, отзывчивым и с таким большим добрым сердцем, дети получают возможность жить так же, как и все. Вот. Спасибо вам огромное. Храни Господь вас и ваших близких. И вот пусть домовичок охраняет вашу компанию. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Олеся Кравченко, я представляю фонд Grosses Herz für Kleine. Я прошу всех, оказывайте помощь детям, ваша помощь бесценна. Отдельная огромная благодарность выражаем Картине ТВ за их постоянную помощь, поддержку. И просто так, спасибо вам, ребят, вы самые лучшие друзья.